Украина. Всем привет, народ, с вами Турбоёж. Ну что, продолжаем играть в Растик на серваке под названием «Здесь есть Раст». Все ссылки в описании, заходите, кому понравится, оставайтесь, играйте, пишите телепорт, играем вместе. Так, ну что, мы продолжаем, значит, выживать, играть в Раст. Смотрите, забор покажу, замутили с Усанином забор. Нашли рецепт. Сихи, кстати, сделали, вот у меня 15 сих есть. Нашли также на эксплозив, я вот нашел себе на пулемет. Пока Сусанин спит, я решил, в принципе, сходить на рейд. Дом нашел, он стоит прямо на респауне, там сет-хом поставил. Так что сейчас мы туда отправимся. Не знаю, что получится из нашего рейда, сих хватит или нет, но дом здоровый. Был окружен забором, кто-то его зарумовил, я не знаю кто. И сейчас мы с вами пойдем туда. Смотрите, рассвет. Здесь вот клетка у нас, как вы помните, да, из предыдущего видео. Пока с домом больше ничего не делали. Вот так вот выглядит. А здесь, кстати, дома настроили, смотрите. Помните, здесь не было ничего. Кто следит внимательно, тот знает. Там поляна пустая была. Там, кстати, бичхаус был. Надо будет сбегать, посмотреть. Я хотел отомстить ему тогда. Помните, в первой части, когда выживание только начали? Здесь кто-то тоже кинул кости свои. Я имею в виду, дом построил. Ну что, погнали. Испытаем удачу. Хома 2. Поехали. 15 секунд. И погнали. Надеюсь, получится зайти. В этот дом всех хватит. Пука мне никто не подстрелит, потому что прикрывать меня некому. А Сусанидзе у нас зарабатывает бабусики, а я сижу играю с вами задротами. Поехали. Receiving data. Готово. Так, вон дом сейчас покажу. Тихо. По кустам. А вон дом, в общем, был окружен забором по периметру. Его кто-то зарымовил, не знаю кто. Короче, идем по дверям. А двери там стоят железные. Поехали. Смотрю, печка стоит. Ну, ее кто-то болтал уже. Я не знаю, как они заремувили, конечно. Потому что здесь везде шкафы стоят. Я не знаю, как заремувили. Ну что, испытаем удачу. Погнали. Я очень надеюсь на то, что сихи окупятся. Потому что мы долго задрачивали, чтобы их скрафтить. А, шкаф кто-то заремувил. Понятно. Так, пойдемте нахер вот здесь вот. Хватит две? А, две не хватит. Валим. Немножко там останется, да? Давайте взрываем по-быстрому. Вот так вот. Нет, хватило, надо же. Вперед. Так, это что за хренов восьмиугольник? Ага, лестница. Окей. Так, спальники, печи. Кстати, кто-то ходит. Опа! Чувак, здравствуй! Откуда он пришел? Чувак с луком. Пусто. Пусто. Ух ты, ё, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Ништяк. Вау. Вон он. Это сука. К луту по-любому пойдет сейчас. Вот так вот. Все, забираю. О, не-не-не, бич. Мое. Так. Шманаем. Восстановим. Херня. Пустой. Погнали вниз, там еще лут вроде был. Сейчас посмотрим. Турбоежик. Ёпта, ясен хуй. Кто же еще? О, Сульфа, здравствуй. Чувак. А где с лутом? Он по крыше бегает. Ух ты ж. Иди сюда. Чувак. Стой.
Стой! Братан! Успел забрать? Успел, перезарядочка. Ништяк. Оу, е. Здесь у нас что? Пусто. Пойдемте наверх. Посмотрим. Что наверху? Ничего интересного, это крыша уже. А два болта. Сульфа. Короче, стихи окупились мои две. Ништяк. Здесь что, пусто? Давай сожру. Спальники. Спальники оставлю. Что за Никита хоть? А, клан какой-то даже. Интересно. Погнали, посмотрим еще, может, где шкаф здесь замурован. Пустой. Ну, этого я блутал. А, печи-печи-то я не посмотрел. Печи-печи-печи-печи. Точно. Чуваки, забыл. Пока бичей гонял. Так, нам нужно спуститься. Что за дом? Я заблудился уже. Где выход? Да, блядь, где выход? Охренеть, одни лабиринты. Ну, перемычек мало, кстати. Вот здесь, что ли, выход? Ага. Выход, выход, выход. Выход, выход, выход. Там откаты, что ли, у него на спальнике? Не пойму. Ага. Херня. Давай дерево тоже. Дай-ка сюда. Да, но я не нашел, к сожалению, шкаф. Он где-то, наверное, здесь затаренный. Хер его знает где. Трупаки валяются. Давайте еще наверх заберемся. Глянем, что там. Трупак, трупак, трупак. Бичи. Бичи. Дохлый. Я хочу шкаф. Мне нужен шкаф. Это потолок уже, да? Скорее всего. Ну что тогда, валим отсюда. Вроде все, взял. Нормально, сейчас дома мы сейчас с вами все посмотрим. Валим, кстати, и небольшую экскурсию проведу по дому. Чем там сделали. Покажу. Давай быстрее. Хоме 1. 15 секунд. А, да, немножко дом прокачали, кстати. Нашли мы стены каменные. Вокруг дома тоже немножко поставили. Прикольный вид здесь. Очень большой дом, но бесполезный. Смотрите, потолок деревянный вообще. Очень странный домик. Но я купил стихи. Короче, я сходил под ноль. Сейчас давайте заберемся. Кстати, да, здесь немножко улучшил до железа. Первый этаж. Стены внешние. И все, здесь у меня обычные опять идут. Сейчас дверь открою, покажу. Вот забор. Там он в один слой, этот забор всего лишь. Погнали наверх. Сейчас разберемся с вами. Здесь у нас лут немножко лежит. А, здесь надо хотя бы замок поставить. Без замка. Здесь у нас также осталось. Надо заменить все решетки. Погнали наверх. А печи, в котором... В котором... Что у меня язык заплетается после вчерашнего, наверное. В которых мы крафтим. Переплавляем наши ресурсы. Вот. Мое любимое место тут тюряга. Ну что, давайте посмотрим. Итого, у меня было 15 сих. Я с собой взял, думал, жестко крепко будет. Затратил я минимум 2 сихи только, 2 сихи. У меня 3, почти 4 косаря сульфы. Считайте, окупились 2 сихи. Затем я взял 2 болта. А, кстати, у меня рецепта нету, на него придется крафтить. Классно. 2 болта взял. Взял, значит, железную маску. Одну, вторую. Броники взял. Тоже нужно будет рецепт попробовать на него скрафтить, потому что... У меня рецепта нету, нашли мы, значит, его в Артехе. Готовый просто-напросто броник. Дальше жрачку, ну жрачка херня. О, изучить, ништяк. Значит, 3680 угля, что немаловажно в нашем случае. Железо и дерево здесь, вот сколько здесь, сейчас посмотрим. 10 косарей почти. Патроны у меня скоростные, рецепт мы тоже с Усанем нашли. Здесь Артех много, как вы знаете, Артех просто до хера. Кидайте спальники и просто-напросто бегайте. Там все что угодно может быть. И сейчас вот забор покажу. Вот забор. Такой вот. Вот. А помните первую серию, когда нас из дома выселили? Сейчас покажу, как они зашли. Вот с той стороны зашли они. А, значит, здесь перепад у нас идет. Смотрите, здесь гора, у нас перепад идет. Меня здесь никто не пристрелит. А перепад идет. То есть шкаф не действует там буквально
шаг 2 делаешь и не действует. Так вот они зашли, стену заремовили и прошли. Сейчас я туда вмочил шкаф и улучшил его до высокого металла. Вот так вот. Какая-то паскуда здесь все деревья порубала. Не знаю, кто это. И нас, в общем, с двух сторон окружили. Смотрите, вон там вот дом. Вот там вот дом. И я хочу еще потом сбегать посмотреть на тот бич-хаус, помните, который... А в который я забрался, чувака шлепнул. Потом он меня убил, я не успел домой смотаться. Тоже хочу туда слетать, не знаю, дом живой или нету. Его уже, может, кто снес, потому что, смотрите, здесь дома большие. Это у нас бич-хаус, в принципе. Вот такой вот. Мы домом не занимались, мы чисто искали рецепты, чтобы быстрее рейды начать, потому что народу нравится, вам нравятся, чуваки. Вот вам, кому нравятся рейды, ставьте лайки, не забывайте. И, конечно же, психи есть пока что. Не знаю, когда придет Сусанин, но я очень надеюсь, он мне отпишет сразу. Человек занятой, что поделать. Сюда вот нужно будет обязательно поставить замки. Что мы не поставили замки, занимались рецептами, поисками рецептов. Ну, а это принесло свои результаты. Так что пока на этом все. Сервачок был This is Rust! Все ссылки в описании. Кому понравилась моя серия, кстати, лайк ставьте. Бичей погонял просто. Изи рейд вообще, ну. Прикольно, да, там? Чувак, ты пешнулся к нему второй. Вот, я его шлепнул. Почему чуваки не оборонялись, непонятно. Броники есть, маски есть, болты есть. Я не знаю, почему они не оборонялись. Просто, может, не ожидали или что-то в этом роде. Ну, когда я шлепнул стену-то одну, там же слышно-то было, сразу хоп-хоп-хоп, кто-то забегал. Может быть, он не успел одеться просто-напросто. Ну, пока на этом все. И еще увидимся. Рейды нас ждут. Пока, ребятишки.